Уважаемые асбестовцы, в предстоящие выходные светлый христианский праздник – Пасха. В этот день принято соблюдать вековые традиции. Но сегодня ситуация по распространению коронавирусной инфекции вызывает серьезную озабоченность. На территории нашего города не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Но есть лица, контактировавшие с больными. И сегодня мы видим, что географически кольцо инфекции сжимается. Сложная ситуация. Поэтому я вас прошу оставаться дома, воздержаться от посещения храма, оставаться в кругу семьи и посвятить себя своей семье, своим близким, для того, чтобы сохранить здоровье своих и окружающих вас людей. Я уверена, только все вместе мы сможем справиться с угрозой пандемии. Сегодня здоровье вас, ваших детей, ваших родителей, близких и друзей в ваших руках. Будьте осторожны и будьте здоровы!